Всем здорово, пацаны, с вами я, Легенда. И это вторая часть по игре Барнярд, Рога и Копыта. И на той серии мы закончили над тем, что мы поговорили с Беном, выполнили задание, постреляли по баночкам. И сейчас у нас есть задание от свиньи и от курицы. Пойдем, пожалуй, к курице. Здорово, кура. Меня зовут Хана. У меня Легенда. Здравствуйте. Так. Так, я вспомнил. Тут надо, короче, собирать яйца. 10 яиц. Надо собрать. Опа, камень, ну-ка. Камень, что у тебя есть? Шоколад мусс. Шоколад, яйцо, крем. Ну, крем смотря чайки. Ладно. Так, я собрал уже 8 яиц. 9. И 10 яйцо у нас здесь. Все. Отдаем 10 яиц. Это и курица. И завершаем эту миссию. О, нам заплатили 50 баксов. Поехали в магазин пилком. Ладно, сейчас посмотрю тут в настройках. Аудио потише сделаю. Музыку. Спич какой-то, не знаю, что такое. Ну, давайте спич и эффекты. Все на двоечку. Сделаем. Блин. Не сохранилось. Все на двоечку ставим и конфирм. Все. Поставил на... Сделал потише игру. Все, теперь задание от свинины. Let's jump to the mood. Ну, давай попрыгаем. В грязь, да? Или куда мы будем прыгать? А, да-да-да, это мини-игра, где надо в игру, типа, всех сбить и не упасть в грязь. Ну, я тут чемпион, поэтому... Так, всё. Ой. Как бить? Пока я тут вспомню, как управлять этой херней. Они уже друг друга позабивают. Блин, я не помню, как бить. Козёл, подскажи мне, вот который сидит, як тёлка, блин, на этом заборе. Подскажи, как мне прыгать? Свинина, не прыгай. Подскажи мне, как бить. Я умею только прыгать. Ау, свинина, больно. А, получила свинина. Свинина выиграла. 23 очка, бедлак. Слышь ты. Бедлак, я сон. Дуагин, конечно. Чё это? С очком 23 буду гонять. Не, мне только звезда, надо первое место. Как бить? Вот как бить? Мы как бы атакуем. Я понял, как бить. Я понял, как бить на F. Ну или ну, на Интер. Так, одну свинину сбили. Ау, свинина! Что ты думаешь? Опа!
Опа! Опа! Опа! Ни хрена себе, этот спиннер крутится быстро. Труба как спиннер крутится. Так и убить человека можно! Не крутись! Перестань! Угомонись! Успокойся! Свинина, умри! Свинина! 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 Убил свинину, аж лошадь радуется. Так очков все равно очень много, ну ладно. Третье место! Сойдет! Потом перепройду. Как-нибудь. За кадром, может быть. На золото. Или прям сейчас. Нет, не сейчас. Скипаем эти разговоры. 50 баксов. О, насколько же пиваса можно купить на год. 114 баксов суслика. Теперь говорим с Отисом. Что он от нас хочет? Почему ты так долго говоришь? Опа, скоркард! Кей-байк! Блатные! Это мой байк! Это теперь мой велик! Корова на велике! Тормозни! Сникер Снейк! Открывай хату! Свободу курицы! Ой, свободу лошади! Ой, ты какой лошади? Корове! Свободу! Я уеду от вас, не приеду. Ладно. Поехали обратно. Я слишком уж радуюсь, потому что выехал на свободу. И да, как обычно, не удивляйтесь, почему корова ездит на велике. Это нормально. В этой игре сбил свинину. Теперь у нас не свинина, а фарш. Поехали. Я понял, что ему нужно. Ему нужно масло, чтобы у него попа не погасла. Пойдем ему за маслом этой свинине. Сейчас надоем ему. Масло сделаем ему. По быструхе. Так, вот бидон. Сын в бидон. Вы получили молоко. Я не то нажал. Опять сын в бидон. Трясем, получаем крем. Еще раз трясем. И получаем бутер. Все, получили масло, можно валить. В принципе. О, шоколадочку получили. Альпенгольд, наверное. Но я не уверен. Надеюсь. Так, уходим с этого амбара. Так. Все, издаем масло этой свинине. Опять он радуется. Свит! No problem! Приготовь себе таблеточки. 50 баксов. Вообще по-блатному все. Ну-ка, Бенчик, что ты нам скажешь? You need your help. Ты должен... Короче, да, я понял уже это задание. Это надо разбудить трех спящих красавиц около озера. Дать им похарь и сказать, идите работайте, твари. Иначе вам не будут платить зарплату. Поэтому поехали. Там камень был. Ну ладно. Потом камень. Шевели булочками. Воу! Ты чё, чуть пупнулись? Как поворачивайся тут? Я забыл, как управлять. Куда? Утону! Так, велик на месте.
А то бы отец мне дал бы похарь, если бы я его велик утопил. Артист свои жопы вилять до них. А, я понял, тут надо их облить. Мне надо опять стать блатным. О, блатные. Все, обливаем этих трех уродцев. Ну-ка не спать на рабочем месте. Все? Да, все. Ты куда замахнулся, тварь? Слушай, я могу тебе еще раз молочка дать, чтобы ты попил. Понял? Ага. И свяжусь со мной. Так, разбьем вот этот камень, пожалуйста. Ну! Да какой цветок! О! Камень. Все, здания закончились. Ну все, пожалуй. Наверное, на сегодня закончу. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи, всем пока. И, кстати, набираем 12 лайков и новую часть. Все, всем удачи, всем пока.